Йоу, сап, чувачки, с вами Альтер, вы находитесь на канале Check It Out, а это прослушка. Такс, добрались наконец-то до музыки, до прослушки. Вначале скажу то, что прослушаю выборочно тех, кто интересен. Мне несколько человек писали, типа, где прослушка на Оксимирона, реакция на Оксимирона и так далее. Просто, ну вот вообще никак не интересно. Вообще было по барабану на его возвращение, на трек этот «Кто убил Марк» и вообще на весь микстейп. Типа, ну, плевать то, что масса хавает, как бы, и балдеет с него, я не знаю, восхищается им и так далее. Мне он не интересен, поэтому, собственно, не хочу записывать реакцию, потому что я тупо буду слушать, вникать в этот текст и так далее. Его нужно слушать без камеры. Также думаю сделать с альбомом Noize MC, ну, не знаю, посмотрим еще. Потому что вот Noize мне интересен. Вот его я вот вообще очень хочу послушать. Давненько у него не было альбомов. Вот. Короче, вы поняли, да? Вот, допустим, у White Punk вышел релиз. И я заценю вот только с Noize MC и Truver треки. Остальные так, наверное, чисто не для реакции. Ладно, погнали слушать. White Punk совместно с Трувером, забудь. Довольно спокойное начало. Что-то прикольное будет, походу. Забудь меня, как будто я твой самый страшный сон. Я тот самый шум, тот, что на пленке искажен. Забудь меня, все неплохой припев. Но я так притягиваю их. Я лишь хочу стать тенью для тебя и для других. Всю свою жизнь я хожу по краю. В руке нож и сниму кайт. Моя грусть не исправит, нет. Ты трещу, я бы посыпал все разуми вокруг. Ныне сидится на бар, я угораю. Ты все знаешь, ты сама все знаешь. Скажи мне, между нами пропасть все ближе, чем я к тебе. Не узнал сначала Трувера. Это все из-за автотюна, наверное. И сначала на секунду даже подумал, что как будто бы это Курт. Слушаю твой голос, записав на диктофон. Коротенький трек, такой, не знаю, простенький, лайтовый. Очень много места занимает сам припев. Коротенькие парты, куплеты. White Punk и Noize MC. Трансгуманизм. Наше общение затянутый сетап без панчей. Я уже присматриваю вариант поярче. Удаляю из корзины добавля новый. В раздражении торопливо управляю стволом. Говорят, нас создали люди. Говорят, мы были другими. Я ярочка слепну от ярких красок. Мне сказали, жизни нет больше на этой кассе. Устала искать среди обломков новый дом. Это они сделали нас такими. Ощущение, будто это трек Noize MC, и он пригласил на совместку White Punk. Не очень зашло мне музло именно на припеве, прям вообще уши резало. Возможно, в наушниках это будет звучать иначе и как-то лучше, что ли, не знаю. Но, не знаю, вот... Сам парт Noize мне понравился, тут без вопросов. Мне даже вспомнился трек Ctrl-Alt-Delete, где тоже термины с компьютерами и так далее связаны была песня 100 лет назад. Вот. Сама задумка тоже классная, но опять же не хватило, слишком коротко все. Ну чё, все. У нас тут MD Скриптонит, Петербург. Эй! Классный бит. Все выходные и будни. Но не шагом навстречу. Ты переедешь.
шагом навстречу. С тобой не по маршруту. Ты ярко награешь глазки, кинешь баллон в нос сумки. Мне не нужны обещания, одолжения, тем более услуги. Никаких родственных душ, ничего, кроме половых актов. Никаких брачных контрактов, все выходные будни. Зажарил, зажарил. Такой классный, добрый, теплый трек. Во многом, конечно, благодаря еще голосу MD и исполнению. И сам бит тоже приятный на слух. Скрипи, как всегда, уж, конечно, хорош. И зажарил там. Прикольно, прикольно. Следующая совместка уже с Инда Блэком, называется «Кейс». Люблю эти большие бачки, как кейс. Если меня отменят, то я твой. Большая звезда, я отломил тебя. Ты хрустнул, как баги. Делал, как захотел, главное, контекст. Ахей. Все пачки, говорю ничего себе. Я расставил пачки, хоть куплю на пачки. Все у тебя есть по тачке. Жизнь для тебя по раскладе. Люблю эти большие пачки, как кейс. Если меня отменят, то я твой. Большая звезда, я как Конвей. Что-то загрузил трек вообще. Изначально, конечно, у меня уже было такое предположение, то что, ну, сам бит какой-то такой, как будто бы он меня вот сейчас вот конкретно погрузит. И так, собственно, и произошло. И произошло еще из-за того, то, что особо флоу не менялся. Вот как они оба примерно тут похожи были по читке. Поэтому что-то как-то я даже подустал. Не знаю, может, у меня настроение не то. Но вот конкретно эта совместка вообще не зашла. С MD круто. Вот с Инда Блэком что-то как-то не вкатило изначально прям, причем вот и все. Сейчас, может, для кого-то удивлением станет, для кого-то нет, но я хочу послушать песню группы Грот, совместка с группой Слот. Грот, Слот. Объясню, почему Слот когда-то раньше были моей любимой группой альтернативной, на альтернативной рок-сцене. То есть Слот, я тогда слушал Луну, Трактор Боулинг, Люмен, ну вообще Аматори и так далее. И вот Слот я просто обожал, особенно первые два альбома, первые три. Слот 1, Две войны и Тринити. Прям вообще мои любимые альбомы. Вот. Следующие тоже были неплохие, но конкретно вот эта троица, прям вообще обожал их. И давно я о них не слышал, увидел и такой, что-то интересненько, что сейчас они тут мутят, еще из группы Грот, так что давайте заценим «Узники горизонта». Довольно-таки атмосферное музло. Я так ненавижу прощаться, махать на перроне рукой на выходе капут. Я иду туда, где шумит листопад. На мне проклятие древнее, будто Байкал. Я вас положу одну из частиц, и она вас вечно будет вести. Это же намеренно, не просчет. За стеной жизни что-то еще. Мне нравится вот это спокойствие в музыке перед дропом. Очень мощный трек,
Так, я ждал все-таки появления Кэша, думал, что он тоже что-нибудь от себя добавит там, но что-то, возможно, он был, конечно, но я не услышал. Вот, повторюсь по музыке, такая довольно-таки атмосферненькая работа. Хотел сказать то, что это не похоже на Слот, но я их давно уже не слушаю. И они, в принципе, могли изменить звучание. Я даже не знаю, у них альбом выходил, не выходил. По-моему, что-то было. Вот, и Нуки все так же, все та же. У нее также мощный голос. Хочется, знаете, что... прям скрима. Вот. Было бы круто. А так, музло на припеве очень крутое. Ладно, идем дальше. MD гороскоп. Классная гитарка. Классный трек. Классно. Что-то, мне кажется, будет крутой альбом у MD. Очень интересно. И Петербург классный был. И гороскоп. Так, много знал, без обид. Супер крутой бит, вообще прям просто класс, очень качает. Также очень круто то, что здесь такой опять же добавлен этнос, ну вот эти, так скажем, завывания, сэмплы, ну короче, очень красиво украшенная музыка. Вот, по тексту там не все разбирал, но качает. Что сказать? Классный флоу, ну, как бы много знал он в своем репертуаре. Вот. Давайте заценим трек ATL. Ящик тоже редко появляется у меня на канале, потому что его лучше слушать так, не на камеру. В черном-черном городе, в стране которой нет, по улице загробный дом, допустим, 36. В черном-черном омуте нам покажут новый сна в нем. Добрый космонавт детям раздает конфеты и развозит по домам. Твой батя с этим резонанс. Тут агент, там агент, тут агент, там агент. Тут свободную отчизну распыляет реагент. Глянул первый на тайщак, кинув веру на общак. В отражении кинескопа вижу косточки. Блин, круто! Нас экрана заклинала говорящая башка. Все идет по плану, лишь блаженный на тени. Дух Святой нас всех благословляет на ТВ. Все эти искажатели реальности и мнений. Я вник новостные сводки из другого измерения. Просто топ. Это, наверное, самый... А, ну хотя мы еще не послушали Мияги и Инди Панды. Но тут я в восторге с текста, с этого брейкбита, драм энд бейс, такого звучания. Больше брейкбит, конечно, наверное. Ну, без
без разницы. Очень круто, очень такие, опять же, серьезные темы затронутые. В любом случае я это буду переслушивать, очень-очень понравилось. Ну и последний трек на сегодня, Miyagi and the Panda, совместка с Mumph D, новый их протеже на лейбле. Если не слушали его треки, зацените обязательно. Трек Marmalade. Давайте слушать. Что-то лиричное, да, у нас? Красивая мелодия. Прикольно. Классная, классная обработка голоса вообще. Сердце забрало. Бит наши чувства в Боинг, пристегнем ремни, что сладкий вайп, но это тоже заяц. Полуголый тон, звездопад внутри, красивый вид, ведь рядом ты. Самый сладкий вайп я не разбазарю, не продам, уж тем более не потеряю, отвечаю. Все, что я копил, отдаю тебе, о мой мир, мы ведь стали ближе, поднимаюсь выше. Сердце забрало, но не было крылья звезды. Очень-очень круто. Это прям какой-то балдеж для ушей. Их голоса. Настолько сладкий трек. Он называется «Сладко». Очень круто. И мне и мелодия понравилась, сам бит. И... как звучат они круто здесь все. Я вот говорю, у меня мурашки даже по коже, потому что мне очень понравился Mumph D. И я думал, так, ну что сейчас будет и так далее. И тут появляется Miyagi со своим исполнением. И он просто дарит улыбку всегда. И не знаю, вот ну в последнее время, как только я слышу, как он поет в припевах, все просто. Чувак, я твой. Ты в моем сердечке. Вот. И также круто заходит Энди Панда. Тоже классный парт у него. Вообще, я не знаю. Ну, я не хочу, чтобы вы думали, типа, это все наиграно и так далее. Нет, я говорю от души, что как я вот и думаю. Что вот я и чувствовал, когда слушал этот трек. И я сейчас еще раз, типа, переслушаю, ну, выйду на улицу гулять, и вот как раз буду слушать все, что добавил себе. Короче, ну, это надо будет переслушать и переслушивать. Очень красивая работа. Красивая, вкусная, такая добрая, светлая работа. Но знаете что, это, типа... Хотелось, ну, уже какой, второй, по-моему, трек? Хочется Miyagi услышать еще и на куплете, типа, не просто на припевах. Это, конечно, круто, но... Ну, вы поняли. Хочется больше Miyagi, как и Энди. Ну, Энди достаточно. Что-то все уже поплыл. Так, из всех прослушанных треков, вот два последних, ETL Ящик и Miyagi and the Panda Marmalade, прям больше всего зашли мне сегодня. Очень круто. Сейчас я еще буду, наверное, слушать альбом Noize. MD тоже был хорош, тоже более понравилось. И все, по сути, больше мне что-то никто не был интересен тут. Как вам треки? Что скажете? А, кстати, прослушку. Если хотите с
смотреть целиком. Мияги Энди Панда прослушки. Скорее всего, ну, отдельно как-то буду выкладывать, выпускать. Вот. А в общей также буду шинковать. Как вам? Пишите в комментариях, ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на канал, если не подписаны. Спасибо за внимание. Всем пока. Check it out.